Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную квартиру в районе Махмутлар с видом на море и вот на эти здания. Так, дорогие зрители, расстояние отсюда до моря 340 метров максимум. Проект был сдан в 2016 году. Вот такой просторный балкон застекленный. Так, здесь кладовка у нас и также кладовка тут. Вот. Квартира продается под ключ. Здесь жилая площадь где-то 80 квадратных метров. Вся квартира. Бытовая техника фирмы Beko полностью. Вот посудомойка, духовка, индукционная плита и вытяжка в таком стиле. Так, покажем с этой стороны. Заходи и живи. Телевизор фирмы Grundig. Так, здесь у нас прихожая. Так, первая спальня. Интересная мебель. Теперь покажу. Здесь у нас просторный, единственный санузел этой квартиры. Вот. И у нас тут хозяйская спальня. Такие вот интересные потолки. Встроенный шкаф платяной. Во всей квартире ламинат. Из инфраструктуры у нас открытый бассейн. Открытая парковка. Есть фитнес-сауна, но они пока не работают. Айда 250 лир. И выход на балкон. Дорогие зрители, цена этой квартиры 99 тысяч евро. Айда тут 250 лир. Я сейчас спущусь и сниму вам инфраструктуру. Так, дорогие зрители, вот такой лифт. Квартира находится на верхнем этаже. Открытая парковка снаружи. Так, здесь у нас открытый бассейн. Вот такое здание. С этой стороны вот открыта парковка. Так, зона отдыха, беседочка. Фитнес-сауна есть, но закрыта. Вот. Так что всем пока-пока, дорогие зрители. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber.